Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Медведев. Мы с вами находимся на канале Каноэ Спорт. И сегодня я хочу вам показать такую штуку, как плавание с веслом. На самом деле, где-то около месяца назад я записал видео, и оно сильно распространилось в интернете. И это видео набрало более 1 000 000 просмотров на Фейсбуке. В связи с этим я захотел записать отдельное видео, в котором я покажу все основные фишки и покажу, как я это делаю. Поехали, друзья! Идея сама по себе грести с веслом пришла здесь, в бассейне, потому что любой сапер или каноист, он может просто элементарно сделать имитацию гребли, да, скажем так. Вот если я каноист, я могу встать на одно колено и просто, скажем, имитировать греблю, стоя на колене. Если это сап-спортсмен, он также может, стоя на ногах, имитировать греблю. Ну, кроссовки у меня никуда, просто уже все намокли. Но если ты байдарочник, тебе ничего не остается, как просто сесть на бортик и, соответственно, уже здесь, только с одной стороны, но гребли отсюда не получится. То есть, получается, мы можем только сделать такой вид развлечения, как просто кружиться с одной на другую сторону. Интереса такого нет особенного. Поэтому мы будем получать нагрузку здесь, в воде. Можно сделать это быстрее и прикольнее, если отработать повороты и старты. Работают все группы мышц, тело все устает. Просто за 50 метров я весь забился, устал. И хочу сказать, что если сделать хотя бы тренировку там метров 500 или 800, то это получится очень серьезная нагрузка. Также хочу сказать, что многие спортсмены в бассейне делают разные трюки и разные фишки. Выглядит это очень здорово. Я решил не отставать и сделать вот свой такой креатив. Вот такой вот эксперимент у меня получился, друзья. Пишите в комментариях, понравилась ли вам моя тренировка и что вы хотите еще увидеть. Я вам обязательно покажу. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки и комментируйте. А с вами был Сергей Медведев. Мы на Каноэ Спорт. Всем грести. Пока-пока.